привет! Всем привет! Так, стременет? Всем привет! Привет, привет, привет! Приветули! Приветуля! Так, короче, я хотела включить себе лампочки и поменять... покрывало, может быть, даже поменять, да. Короче, мне пришло покрывало новое. Сейчас покажу его, всякие лампочки еще крутые. Вот, и эти штуки, не знаю, как они называются, это вроде как гетры, но не, точно не гольфы, короче. Привет, ребята, привет! Привет, Качиха, привет! Да, кочка. Кочка, супер кочка. Привет, Кися, привет. Короче, эти штуки я сейчас только что перед стримом одела. И, короче, на картинке было нарисовано, что они идут до сюда. Типа, блин, мне пришлось еще пододеть носки, потому что они не идут до пяток. Они мне вообще вот посюда, смотрите. Типа, во. Вот посюда, а они должны быть вот до сюда. Я не понимаю, для каких коротконожек это делалось? Типа вот, она должна вообще до сюда идти. Вот до пятки. А мне она вот посюда. Ну, вроде прикольно выглядит, если, конечно, не смотреть на мои носки. Разные еще. Одинаковых я не нашла. Вроде прикольные штучки, такие милые. Ня! Ня! Бомбончики. Бомбончики. Сейчас покрывало покажу и крутую штуку, которая мне тоже пришла. Так, короче, музычку. Я хочу какую-нибудь музычку включить. Блин, я такое крутое приложение скачала, Spotify. Наверное, все знают. Тут много всякой музыки. Так, какую музыку мы будем слушать? А то что-то мне это радио, лоу-фай, хип-хоп, как-то оно такое, не знаю. Какую музыку мы будем слушать сегодня на стриме? Регги, рок, инди, фолк. Короче. Сейчас посмотрю. Ой, да, у меня новая роспись, я еще хотела добавить новую роспись. Ребята, у меня новая роспись, она в России недоступна. О, блин, жалко, у меня доступна, но у меня она на итальянском. Короче, у меня новая роспись, крутая, с котиком, сейчас я добавлю ее. Покажу картинку вам, так. Ребята, я старалась, сейчас покажу вам новую роспись. Так, сейчас я найду. Привет, привет всем, привет, ребята, всем привет, привет. Давай, грузись, давай. Да, Spotify классный, я вообще не знаю, как я без него жила. Так. Спасибо за саб, спасибо большое, Хаус. Хаус, спасибо за ресаб. И Black Sun, спасибо большое за саб. Я сегодня делаю сигнал сабом, ребят. Да, так что сабайтесь. Спасибо большое, спасибо, Хаус. Спасибо тебе за ресаб. И Black Sun, спасибо большое за саб. Ну где моя роспись? Не могу ее найти, у меня так много всяких картинок. Ща. Во, нашла. Вот она. Это тигренок. Смотрите, это тигренок. У меня роспись с тигренком. Короче, кто хочет эту роспись, оставляйте свой ID в донате. Вот эту роспись с котенком, с тигренком, который кусает. Вот такой тигреночек. Вот тигреночек. Тигреночек полосатый. Так, ребят, сейчас я покажу. Спасибо! Спасибо, Випил Чао! Спасибо за саб! Випил Чао, спасибо большое за саб! Спасибо большое! Ня, спасибо! Чего в фэше рисуешь? Не рисуешь, в смысле не рисую? Я рисую в фэше, потому что в ВК, когда я рисую граффити, у меня там иногда сбивается,
И это очень обломно, когда ты рисуешь, блин, 2,5 часа, и у тебя просто сбивается весь рисунок. То есть там иногда бывает, происходит лаг, то есть это от случая к случаю, типа, не всегда, конечно, но когда ты рисуешь 2,5 часа, и у тебя просто залагивает рисунок, это так обидно, поэтому я рисую фуше теперь. Так, короче, я покажу покрывалку. Я еще ее не распаковывала. Прививки, всем прививки. Так, вот, короче, эта штука, она светится. Так, надо ее подключить. Сейчас покажу, как она светится. Hey, Шариша! Hey, man! How you doing, man? Опа, сейчас включу. А что не включается? Так. Алло! Во, включилось. Сейчас на стенку направлю. Во, смотрите. Красота! Красота! Я ее поставлю туда, в угол? Вот сюда куда-нибудь. Вот так вот. Во, вот так вот. По-моему, круто. Ой, что это было? Что-то упало. Ну как? Ну как вам? По-моему, прикольно. Сейчас покрывалку еще покажу. Так. Ой, у меня тут, кстати, кисти пришли прикольные. Ой, а что она упала? А что она на пол упала? Ну ладно. Покрывалки. Так, а где вторая? Вот первая. Сейчас посмотрим. Короче, я думала, вруби донат. Сейчас врублю донат. Короче, я думала сначала ее на стенку повесить, когда я там стримила. Но теперь, типа, я думаю на диван. Так, сейчас врублю донаты. Прикольно? Как вам? Там можно менять цвета. Вот такая покрывалка. Привет, Карина. Распишись на стенке, пожалуйста. Ссылка удалена. Блин, эти носки. Надо было серые, у меня нет серых. Спасибо, Юля. Хорошо, я распишусь всем. Спасибо большое. Вот такая покрывалка. Можно новую роспись. Большая, смотрите. Ее можно реально на стенку повесить. Можно на стенку, а можно на диван. Ссылка удалена. О, больше, чем ссылка удалена, меньше, чем ссылка. Надо было на диван вместо красной. Так, где-то еще одна была. А, вот, розовая. О, какая розовая прикольная, смотрите. Ссылка удалена. Роспись Милота. Хорошо, спасибо. Хорошо, всем распишусь обязательно. Только не забудьте открыть стенку. Почему носки разные? Потому что я не нашла одинаковые. Блин. Одинаково. Кто обзывается, тот так сам называется. Блин, короче, ребят, да я вообще проснулась за, по-моему, 2 часа до стрима. Алексей 96, спасибо за ресап. Спасибо, Алексей. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо за 100 битков. Хвостик повяжу. Кариша, ты охуенная. Спасибо. Тебя уже до первого времени. Во, розовая покрывалка красивая. Мне очень нравится. Давайте, наверное, розовую постелим. Смотрите. Вау, какая красивая. Я такую хотела. Как раз такую хотела. Блин, смотрите, какая классная. Приветик, почему спасибо. Стрим на Твиче, ВКонтакте и в Одноклассниках. Как-то не на Твиче. Давайте эту покрывалку постелим. Сейчас кресло отодвину. Вот эту розовую. Какая вам больше нравится? А, черная или розовая? Мне розовая. Эти дизайнерские носки, да. Ну вот эти прикольные, но они не длинные.
Какая вам больше нравится, красная или розовая? Пишите. Пожалуйста. Пишите в чат. Люблю. Какую мне постелить? Хорошо. Да, и ВК-чат. Всем привет, ВК. Я тоже читаю чатик. Пишите в ВК-чат. Розовая? Да, мне тоже больше нравится розовая. Ой, я вижу ВК. ВК, привет, привет, привет. Пишите в чат, я все читаю. Черная, розовая. О, большинство пишет розовая. Спасибочки, спасибо большое. Да, давайте розовую постелим. Мне тоже больше нравится розовая. Блин, такая няшная. Короче, сейчас надо снять все эти лампы. Привет, привет, привет. Так, сейчас я вот сюда вот камеру. Ага. Привет. Приветик. Очень красивая. Можно новенькую. Ссылка удалить. Конечно, можно. Ребят, чтобы получить эту роспись, вот эту вот роспись я оставляю на стенке, нужно задонатить со своим ID и открыть стенку. И я после стрима всем оставлю. Да, еще я сегодня делаю сигны всем сабам на стриме. Ссылка удалена. Жду меньше, чем 3. Хорошо. Стол закрывает. Да выводим. Сюда давайте. Так. Так. Розыгрыш Труханов. Чего? Он уже был. Что-то упало тут. Непонятно. Карин, давай песню Black Газировка. Ты можешь заказать песню в донате. Привет. Там можешь заказать трек. Распишись на стенке. Ссылка удалена. Всего хорошего, розовый повесь. Спасибо. Спасибо. Да, сейчас я ее постелю. Так, все эти гирлянды надо убрать. Так. Ой, тут упала. Чего она принесла? Так, все, я меняю новогоднюю покрывалку на не новогоднюю. Вот. Сейчас я вас верну. А, так. Привет, Айдару, привет, Арсению. Так, сейчас я еще включу чат на Твиче и чат в Одноклассниках, чтобы все сразу читать. Ага. Ля Мадонна. Ага. Так. Mi piace molto и tu и чья пет коза? Да, ребят, кто не знал? Ой, спасибо большое, спасибо. Привет. Спасибо. Распишись. Да, спасибочка. Хорошо. И сигну, если можно, я сам. Да, я сигну делаю за саб. Если ты саб, я тебе сделаю. Если ты сегодня засабался на этом стриме. Ой. Привет, Киса, распишись, пожалуйста, на стену. Хорошо. Ссылка удалена. А что она? В той стороне, что ли? Как его стелить? Это тебе, котик. Тебе. Спасибо! А что она? Короткая дивана. Люблю тебя, котенок. Распишись мой на стене. Мой. Ссылка удалена. Меньше, чем 3. Мой. Во! Отлично. Ура, стрим. Сделали пусть Няша. Ссылка удалена. Кого сделать? Так. Распишись на стене. Чё такое? Ед у меня на роспись 4-3-5-7-1-1-8-8-5. Так. Ну как вам? Вот этого, конечно, не будет видно, вот этого. Зайка, будет видно только это. Так, надо еще иллюминации всякие постелить. Иллюминации. А, сделай сигнал. Да, я сделаю. Карина, сделаю всем салам. Я тебя умоляю. Блин, короче, я вчера зашла в Доту 2, прикиньте, я сейчас расскажу. Я вчера решила поиграть в Доту. Вот. Спасибо большое! Спасибо! Люблю тебя! Спасибо большое! Спасибо огромное! Спасибо!
Вот, я, короче, пошла вчера в доту играть, и, короче, как только я зашла, на меня сразу же начали орать, прикиньте, на меня сразу же начали орать какие-то девственники, которые озлоблены на всех женщин. Карин, вот тебе на жвачку. Оставь роспись по Эльзе. Я вообще этого не понимаю, я не понимаю этих людей. Я думала, за сколько там доте лет, 3 года или сколько? Типа за все то время, пока существует дота, эти девственники не могли привыкнуть к тому, что есть женщины, девушки, девушки-геймерши, которые играют в доту, типа это странно, блин. Эти люди, которые типа флеймят на тёлок, они с тем же успехом могли бы не флеймить, а найти себе тёлку. А ведь их проблема, их озлобленность от того, что они девственники, и поэтому они озлоблены на всех женщин. Но если бы они были чуточку умнее, они могли бы просто познакомиться с тёлкой в доте. Зачем тебе её сразу хуесосить? То есть я ничего им не говорила вообще. Я просто сказала, куда ставить вард. На меня сразу же начали гнать. Ууу, тёлка в тиме, все ливаем. Какие же они тупые, блин, я не понимаю. Что такого, что мальчик там или девочка? Какая разница, кто играет? Зачем сразу агриться? Люблю тебя, мур-мур-мур. Спасибо. Блин, эти грёбаные девственники из дот вообще всю игру портят. Они еще и начали фидить потом, прикиньте. Покрывалка, смотри, какая у меня аж покрывалка. Ссылка удалена. И покажи сердечко меньше, чем. Не, вот тебе сердечко. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так. Короче, они сначала такие. Меня назвали малолеткой, что я школьник. Я типа такая говорю, а что ты на меня орешь? А что я тебе сделала? А они все равно на меня продолжали орать. Хотя я вообще ничего не делала, я нормально играла. Спасибо большое. Спасибо. Так рада видеть тебя. Спасибо большое. Классные покрываются и светильники. Да, мне тоже нравится. Очень ламповые. Так, сейчас я найду гирлянду. Где моя гирлянда? Снова или обнимаю. Во, эта гирлянда больше всего подходит. Разноцветно, сейчас покажу. Только ее надо распутать. Привет. Ты просто привет. Супер, выглядишь замечательно. Привет, спасибо, желаю спасибо тебе большое. Удачи во всем. Пожалуйста, распишись на стеночке. Хорошо, распишусь после стрима, только не забудь открыть стенку. Ребят, всем распишусь, только стенку не забудьте открыть. А кто не открыл стенку, тем я пишу в личку. А у кого закрыта личка, я не могу написать. Распишись на стеночке. Мур меньше, чем мур. Ссылка удалена. Так, ща. Что-то не могу гирлянду распутать, блин. Так. Do you know that way? Yeah. Я, короче, вчера играла в VR-чат. Там реально... Я не знаю, это какая-то игра для аутистов. Можно роспись. Ссылка удалена. Меньше, чем 3. Так, а что мне распутывается? Люблю тебя, котёл. Сделай роспись на стеночке. Ссылка удалена. Хорошо. Во, всё, распутала. Во, смотрите, какая няшная. Нормально с делами. А чё? Блин, заваливается. Ладно, я так просто так положу. Так вроде тоже норм. Приветик, котя. Тьмок, так, ну чё, я всё? Чмок. Сделай сердечко. И передай привет так. Алине. Она привет, Алина. Привет, Алина. Ну чё, как вам? Норм? Или повыше её положить? Привет, Карин. Передай приветик. Привет. Самого привет. Распишись. Спасибо большое. Больше, чем... Ну что, ребят, нормально или повыше положить гирлянду? Норм. Значит, попробую ее положить, но она сваливается. Привет, Кариша. Распишись на стеночку. Ссылка удалена. Люблю тебя.
А если так вот положить? Спасибо, спасибо за сап! Спасибо большое! Мрабадир! Мрабадир, спасибо большое за сап! Спасибо! Спасибо большое! Я сейчас буду делать сигна сапом! Спасибо большое за сап! Че, так лучше? Так лучше? Вроде да! Гость сигна сапом! Видел твое перевоплощение на роликах в YouTube. Так намного лучше. Пора более серьезные темы задвигать. Пользуйся своей славой, чтобы высказывать мнение. Удачи тебе! Спасибо! Так, ну чё, давайте сигна сабом. Так, это надо выкинуть. Спасибо большое, лов, ловруша, ловруша, спасибо за саб. Люблю тебя, распишись на стене. Спасибо, ловруша, и love your RM, спасибо за саб, спасибо. Распишись на стене. Спасибо. Чё-то камера желтит, не знаю, сейчас посмотрю. А, так, баланс белого. О, баланс белого, я его не починила. Вот, так лучше? Так лучше? Ты читаешь рандомные сообщения ВК? Да, иногда бывает. Но я сейчас читаю чат ВК в Одноклассниках и на Твиче. Так, сейчас будем делать сигны. Сигны. Сигны сабам, сигны нам сабам. Гирлянда упала, блин. Ну ничего не сделаешь. Пожалуйста, она падает. Напиши привет проекту Зони ПВП. Хорошо. Как донатить? Ну донат есть под стримом. О, спасибо большое, спасибо, психолог. Привет. Привет, ну у меня как? Ну как? Никак. Дома сижу. Спасибо большое, психолог. Спасибо тебе огромное. Спасибо, спасибо большое. Как праздники? Ну как праздники? Никак, в принципе, так же, как и другие дни. Спасибо тебе большое за новогоднее. Спасибо. С удовольствием посмотрел твои видосики на канале. Так, сейчас я за ножницами схожу. Покажи сердечко. Три. Блин, что-то мне уже жарко стало от этого обогревателя. Я буду выключить. Привет, Карин. Привет. Люблю твои стримы. Как дела? Еще общаешься с Эпидио? Ку-ку, куда? Привет, Кариночка. Запятая любимая. Я не прекращала с ним общаться. Ня, спасибо. Так, сейчас буду делать сигны. Короче, по поводу праздников. Блин, да я болела. Типа я болела сильно. Даже в зал не могла ходить. Да, она только выздоровела, но еще не до конца, сними типа. Носочки и покажи пяточки. Сними носочки и покажи пяточки. Поиграй своими пальчиками ножек. Поиграй своими пальчиками ножек, пожалуйста. Они такие классные, такие сладкие и кукольные. Хочу сделать тебе массаж. Пяточки? Нет. Нет, все, фу, уходи, извращень. Ой, извращень какой. Так. Сигны. Сейчас я нарежу листочки и буду всем делать сигны. Распишись и передай привет, Булат. Привет! Да, ребята из ВК, я вам тоже буду делать сигны рандомом из чата. Я могу разыграть, в принципе. А если хотите точно получить сигну, можете засабиться на Твиче. Привет, Кариша. Да, я только засабился, я вижу. Сейчас я сделаю. Ссылка удалена. Хорошо. Не забудь стенку открыть. Тун-тун. Солнышко, распишись, пожалуйста, на стеночке. Хорошо. Клок-клок-клок. Привет, Кеса, распишись на стеночке, пожалуйста, спасибо. Е-е-е, новый мем! Ссылка удалена. Давайте, короче, пойдем в VR-чат играть. Что вы думаете? У меня, правда, нет VR-очков, но он работает и без VR-очков. Там можно пойти поугарать вообще. Жестко с этих аутистов. Правда, я не знаю, как там менять модельку персонажа. Потому что это были боты. Нейросеть не играла с тобой в тот день, потому что она уже хочет, чтоб ты завышла за... Чё? Ну, да, ты... да,
да, сейчас пойдем. Сейчас сигни сделаю, и можно пойти будет. Ой, Флонок упал. Сейчас, сек. Да, VR-чат работает и без очков. Ну, я, кстати, думаю, если купить VR-очки, но я не знаю, какие. Я не знаю, я не разбираюсь в VR-очках, типа, Oculus Rift вроде самые крутые. Хорошо. Всем расписочка. Какое же меню скины? Ну да, там стандартные скины. Передай, пожалуйста, приветик Иоанне. Привет, Аня. Иоанна, Ильяна. HTC? HTC лучший шлем. HTC лучше, я не знала. Я вчера типа гуглила эту тему. Нашла Oculus. Oculus стоит вообще. Да, они все дорого стоят прям. Спасибо, Вадим, хорошо. Распишись на стенке. Вадим, ты не оставила ID, как же я найду твою стенку, Вадим? Офицер Люфтваффе, спасибо за саб. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Чем заболела? Блин, спасибо большое. Да вообще, я очень жестко заболела после гор. Короче, я еще до гор заболела. Ну так, чисто простуда там. Горло, сопли, но... После гор, когда я съездила в горы, у меня вообще на следующий день была температура 40 градусов. У меня... Ларин? А, я видела. Короче, я хотела на стрим оставить, типа... Я слышала, мне такое в личку писали, типа... И я решила на стриме это прореагировать, типа, я не стрела это видео, его реакция, решила сделать реакции на реакцию реакции! Вот, но я еще не смотрела это видео, но вообще, типа, это круто, блин, круто. Я бы хотела с ним поработать. Мне очень приятно за такое приложение. Люблю своего. Это очень круто. Спасибо. Ладно, сейчас я сделаю сигны сабом. Ссылка удалена. Так. Вот, короче, я даже попала в больницу. В больницу с... Короче, у меня была температура 40. У меня просто немели руки, ноги. Мне вообще так плохо было. Ссылка удалена. Я просто, просто проболела все выходные. Да, мы сейчас посмотрим видосик с Ларином, я оставила его на стрим. Я его не смотрела вообще. Привет, кореша. Передай мне привет и покажи сердечко. Жду твоей привет. Топовой росписи на стенке. Желаю здоровья. Удачи. Спасибо. Удачи. Спасибо большое. Да, здоровье мне пригодится. Блин, короче, я хотела записать видео, которое мне последнее, еще раньше я хотела его записать, но я заболела. Я так жестко заболела, что мне пришлось его... Записывать больной. Я делаю сигну за саб. Люфтваффе. Ваффе. Распишись на стене, пожалуйста. Хорошо. Ага. ЛТУН. Поздравь Мишу Мартилова. У него сегодня день рождения. Хорошо, с днем рождения, Миша. Я его поздравлю на стенке. Больше стрельчиков. А ты не оставил ссылку. Ну тогда давай так, поздравлю. С днем рождения, Миша, счастья, здоровья. Ай, XXXXX, очень много иксов, спасибо большое. Спасибо, я тебе сейчас сразу сделаю сигну. Спасибо большое за саб. Столько иксов норм. Спасибо большое, Маша. Привет, Карина. Спасибо. Спасибо, Маша. Оставь, пожалуйста, роспись. Спасибо огромное. У меня хорошо дела. Спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Хорошо, оставлю обязательно. Так, ловируша. Ловируша. Роспись. Я у тебя в друзьях. Ловируша. В смысле в друзьях? Но оставляй все равно ссылку. Потому что как я... делаю поиск по ВК, то есть на странице по ID. Я не знаю, что с этим делать. Уже целый год мучаюсь. Люблю тебя, моя хорошая. Так, Нимес сделала сигну. Потом Мрабидир. Привет, Мрабидир. Карина. Хорошего тебе вечера. Привет, спасибо распишись, большое. Что на стенке. Блин, короче, ну, я думала... Мрабадир.
Я, короче, думала попозже делать стрим. Что вы думаете, в такое время нормально? Потому что, я не знаю. На Новый год я стримила до часа ночи, и, по-моему, нормально было. Вы хотите поздние стримы или лучше вот такие вот ранние? Привет, напишите в чат, я читаю все чаты. Мрабодир. Поменять время на более позднее или оставить таким, как есть? Енотик 290, спасибо большое. Спасибо, енотик. Спасибо за ресап. Сейчас тебе сразу подпишу сигнал. Привет, Урала. Привет, Урал. Как у вас там? Какая погода? Так, випил, чао. Все, вроде всем сделала. А, нет, Black Sun еще остался. Випил. Карина, давай пообщаемся. Привет. С тобой в ВК. Ты у меня в друзьях. Я удалил всех и оставил только тебя. Ты читаешь и игноришь. Напишешь, я читаю, пожалуйста. Ссылка удалена. Хорошо, посмотрю, да, окей. Так, Black Sun. Вроде всем сделала. Black Sun. Карина, ты очень красивая. Спасибо. Распишись на стеночке. Пожалуйста, ссылка удалена. Хорошо. Меньше, чем 3. Так. Привет, вот дежина дошек и дорос. Дошек. Блин, давно не ела дошек с Нового года. Кстати, скажи, Артём пидар. Артём пидар! Сигну мне ПЖ Артём Кондратенко. Я делаю сигну сабом. Роспись, плиз. Ссылка удалена. Енотик. Привет, Каришка. Как дела? Привет, нормально. Вечно Стимой не везет. Ну, в смысле, они там всегда. Они там все такие. Как это не обращать внимания, если они в каждой тиме? Каждый раз такие дебилы попадаются. И как это играть? Спасибо, психолог. Ну, в смысле, как это? Так самое главное, то, что я одеваюсь вообще, я не знаю, я настойко утепляюсь, я ношу термобелье. Ссылка удалена. Ношу подштанники эти, свитера. Я вообще, у меня нет голого места, кроме лица. У меня постоянно перчатки. Я настолько сильно утепляюсь, я просто хожу, не знаю, как кто. Типа, если посмотреть на других девок, которые ходят, ну, итальянок, они ходят с открытым животом, там, ходят в каких-то юбках, мини-юбках. Я же вообще на улицу выхожу супер утепленной. По поводу иммунитета, я пью витамины, я закаляюсь, я хожу в спортзал. И я не понимаю, почему, как, что, почему, как я смогла заболеть, не понимаю. Привет. Ну, а спасибо большое за донат. Счастливого старого так. Нового года. Так, счастливого старого Нового года. А когда старый Новый год? Мне кажется, на меня кто-то чихнул. Чтоб к тебе пришвартовалась клычок. Отлежу свою киску, покажу свою пиписку. Ку-ку, куда? Спасибо. Привет, Евгений. Привет, Женя. Dangerous Gentleman, спасибо за ресап. Спасибо большое за ресап, сейчас тебе сделаю сигну. Привет, Карина, точка. Будешь ли ты делать ставки на сборную России на чемпионате мира? Не, я такой фигней не занимаюсь. Я даже футбол не смотрю. Когда снова будешь играть в доту? Не знаю, может быть, буду еще, а может быть, нет. Может быть, на стриме поиграю. Но я хотел сегодня в AirChat поиграть и видосики посмотреть. Сигнал. Напиши, пожалуйста. Ссылка удалена. Я делаю сигну сабом. Это парик? Нет, это не парик. Подчеркивание АСХ сделать. Это мои волосы. Конечно. А я думала новых париков заказать. Спасибо большое, но я делаю сигну сабом.
Dangerous Gentleman. Как засабиться, вы можете под стримом. Под стримом есть ссылка на саб. Так, сейчас я сделаю... последнему сабу. Dangerous Gentleman. С любовью, с желанием получить незабываемые эмоции и радости от получения росписи. Целую. Ссылку удалить. Спасибо. Джентльмен. Ты чё огришься, как шкура? На каждом стриме. Без мата Unreal. Я вообще за сегодня за стрим хоть раз матернулась. Что ты несешь вообще? Джентле, Дженте. В стриме. Ты не против, если... Блин, я опечаталась! Вопросов, точка, вопросы будут идти через донат, точка. Прошу отвечать максимально откровенно, ага, и подробно, точка. Просто интересно твое мнение, точка. Будет 9 вопросов с под вопросами. Dangerous... Ничего не обещаю. Привет, Dangerous... Карина. Ты самая классная. Люблю тебя. Пожалуйста. Дженнет. Спасибо, Леман. Все. Блин, у меня до сих пор сопли. Сопли до сих пор ты не пришли, блин. Красивый. Представляете? Я не знаю, сколько я уже болею. Пела, тебе обязательно нужно прилететь в Москву и дальше развиваться. Познакомиться со многими лично, типа с Ларином К. Ну, если надо будет, то окей. Хочу вебка. Привет, Лапуля. Всего тебе самого хорошего. Приветик. Поздравь меня с ДР. Ссылка. С днем рождения, Пися. С днем рождения. Так. Мне бы сигнал. Ссылка у Дарина. Хорошо. Сигнал я делаю за саб. Если ты хочешь заказать сигнал, ты можешь ее либо засабиться, либо написать мне на почту, которая у меня в статусе ВКонтакте. NHK 48, спасибо за саб. Спасибо. Конечно. NHK 48, спасибо за ресаб. Наш шлюха, держи. Спасибо. Так. А твоя лейка Кузьменко не меньше, чем 3, меньше, чем 3, меньше, чем 3. Ку-ку, куда? Спасибо большое за ресап. Спасибо, психолог. Твое отсутствие плохо сказывается на твоем здоровье. Да, наверное. А где пропадал? Где был? Спасибо огромное, ку-ку, спасибо большое. Ладно, пойдем встреть. Да есть надо на стриме подписаться, чтобы ты сделала сигну. Да, на стриме подписаться на Твиче. Так, где этот видос? Хочу роспись на стеночку. Спасибо большое. А я делаю... я посмотрю сейчас. Ладно, давайте видос посмотрим, попозже делаем, сделаю сигны. Как понакопятся новые сабы. Скиньте мне пока видосик, сейчас я... То есть ты не в настроении? Я так понимаю, что лучше не стоит, верно? Сделай сигнал. Распишись на стенке, ссылка удалена. Кариша, как часто ты употребляешь ненормативную лексику? Как перестать ругаться матом или использовать плохие слова реже? Привет, распишись, пожалуйста, на стеночке меньше... Блин, у меня микрофон был замучен! Я сморкаться ходила. Я говорю, я ничего не употребляю. Никакую лексику. Это все неправда. 4, 1, 4, 6, 7, киньте 7, мне 4, видосик, 5, Ларина. Ссылочку. Распишись, пресс, и выздоравливай, мур-мур-мур. Так. Спасибо. Говорю, видосик Ларина смотреть. С реакцией. Реакция на реакцию на реакцию. Сейчас музыку выключу.
Так, захват экрана. Или оставить. Донат пока оставил, ладно. Окей. Добавь в друзья. Окей. Добавляю друзья за саб. Умоляю, распишись на стеночке моей лучшей подруги. Зе, ссылка удалена. 2,5-летней давности. Куда? Ларин смотрит. Карина, я тебя люблю. Стримерша Калина. Стримерша Калина. Калина. Спасибо. Смотрит 30 лет. Карина. Стримерша Карина. Кариночка, радость моя, привет, привет, привет. Привет, пожалуйста. Димочка, привет, Димочка, писечка, няшечка. После съемки Ларин против стримерша Карина, и она сидела на стриме, и мы так мило передавали привет друг другу. Ну, взрослый. Какая няша в шапочке, в очочках, смотрите. Я думаю, Кариночку можно сделать... Кариночку, ну не называйте меня Кариночкой, господи! Надо Кариша, пошире, Карина, пошире, канал пошире. Канал, канал Кариши, пошире, пошире. Извините, я стриджи. Чтобы получше меня видеть, наверное, да? Спасибо, Элла, это было охуенно. Он на донат отвечает, нет. Не смотрит. Привет, посмотри видео Юлика про тебя, он короткий достаточно, будет интересно. Ну, Юлика посмотри, окей. Блин, я смотрела видео Юлика по поводу Ларина, клипа, и мне вообще, я не понимаю. Юлик, ты серьезно? Ты не понял прикола видоса? Он на полном серьезе сидит и обсирает стебный видос Ларина про елку. Я вообще что-то в ахуе была немного. Ларин, не смотри Юлика, он там тебя поносит. Карины, блядь, такие эмоции, подача информации, что хуй поймешь, она хвалит или как бы хуесосит. Ну хвалю, конечно же, говорю, интересные кадры. Если мат убрать, я хвалю. Да, может быть. Ларин непонятно, о чем он читает, блядь. Но нахуй не Оксимирон, блядь, он блогер. Да, у него своеобразная чинка, блядь. Блядь, я еще даже, блядь. Он сам начал материться, вы слышите? Он сам начал, блять, говорить. Он меня послушал и сам начал материться. Она уже дает полный расклад, блять, все. Ну конечно, Димочка, я до этого твой клип раза 4 перестрел, или 5, может, даже. Конечно, я еще даже до просмотра могу разложить все по полочкам. Насколько это охуенно. Не, Оксимирон, все. Как бы снят, ладно. Она, может, не сразу зайдет. У меня зашло сразу. Но это действительно годно, блядь. Для того... Это годно, потому что он это сделал сам. Он меня передразнивает. Сам это снял. Блядь, даже вертолет нахуй у нас. И где тут срачи, блядь? Где тут нахуй вертение на хую, блядь, своих хейтеров, блядь? Блять. Может, на скорость поставить? Стала одеваться, как вот, не знаю, как светская левица, по-моему. Дима, это неправда, это Новый год! В смысле? Я не одеваюсь, как светская левица? Посмотри на меня, я вот вся в сером, моя старая кофта, которая, не знаю, этой кофте год, этим шортом год, это, блин, вообще... Салика заказала, господи, я не одеваюсь как светская лиса, это для Нового года, алло. Блин, теперь Дима во мне будет плохо думать, что я светская львица, и потреблять. Но это неправда. Ну, видимо, опыт жизни в Италии, посещение салонов Гуччи, Прада. Каких ты чё несёшь, блин, каких салонов Гуччи? Это кофта за 30 евро максимум, каких Гуччи? Блин, я расстроена, что Дима во мне такого мнения. Ковровых дорожек. Никаких ковровых дорожек! У меня нет ни одной брендовой шмотки. Не считая
старое Дольче Габбана, которую мне мама подарила, блин, для фотки, одно платье. И то я бы за свои деньги никогда бы не купила. Ни брендовую шмотку, ни Гуччи, ничего, блядь. Все, Карина, окей. В правильном направлении движешься. Да. Неправда, не в правильном. Это не так. О, я поставлю вот так вот. Ну, это еще как-то заедает голову, то есть по поводу... На большой экран. Надо реакция, на реакцию, на реакцию, на реакцию. Ее качает, качает. Так хочется начать тверкать. Оу, у нас классный кабак. Правда, не знаю, почему. Спасибо за саб. Кам стоп год, спасибо за саб. Так, стоп, 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 все. Спасибо за саб. Здесь очень важная ремарка, чтобы вот да. Раз пока. И всегда поставить точку. Спасибо за саб. Потому что у меня X, Y хромосомы. Это чтобы все понимали. Ду-ду-ду-ду. Очень эпично получилось. Не, ну я понимаю, что секс уходит. Более того, я вам сейчас инсайт один вкину. Юные клипмейкеры. Я думаю, что многие со мной согласятся. Ну, в частности... Ну, короче, многие согласятся, что секс сейчас уходит. Секс из клипов и, в принципе, интерес молодежи к визуальному, ну, типа, проявлению секса, да, он не интересен. Потому что секс сейчас обесценен. Появление таких сервисов, как... Бангакамс, Твич, Мамбы, Тиндер, Мамбы. Да, то есть обесценил секс. Снять бабу сейчас, это буквально, ну, как щелчок пальцев. На любой вкус. И, а посмотреть еще проще. Абсолютно, но... Все уходят в то, во что я не скажу. Я прочувствовал некоторый вектор клипмейкинга, и поэтому у меня клипы заходят, несмотря на мою уродскую читку. Короче, это абсолютно правильное замечание. Ларин что-то знает. Просто я думал, что визуализировать хоть как-то бар с шкурами, ну, надо было. С шкурами? Поет о том, что не поет про голову. Я не хочу, ладно, все ну, понятно. Мейкап, ты что, милая? Что-что? Там жесты мейкап, ты что, милая? Да в двух клипах у меня всего... Все, он пояснил за голых тёлок. Голый клип в... Голый клип. Голых тёлок. Голый клип. Хейтер, но... думаю, за что... Ну вот в голом клипе, да. Я понял, всё, больше никаких... Ой, я... Вот запомнил. В голе хейтера, да. Тёлок больше в клипах. Всё. А чё, здесь нахуя не надо? А? Только гробы? Ну нормально тоже. Не, серьезно, нахуй бабы нам... А, я видела у него гроб, короче, в интервью с Пашей Техником. Там Паша Техник, по-моему, меня на батл вызывал. Вот, вот это я не сразу, даже нравится. Да я сам не сразу понял. И вот это я не поняла. Ты сейчас не видишь субтитры. Ура, вот это вот. Ой, бедный Дима. Гась. Не, ну конечно, тут тоже, блядь, дохуя пафоса, дохуя, блядь, всего-всего, но если брать всех остальных ютуберов, если брать целый ютуб, это, блядь, еще нахуй неплохо, блядь. Если сравнивать с остальными... Неплохо! Неплохо! Спасибо. Неплохо. Это хорошо. Это заебись. И неплохо. Вот, прикольный. Реально прикольный кадр. Спасибо, Кариночка. Я слышал, что Карина хочет сама сделать рэп-песню. И я думаю, что нет лучше клипмейкера, который может раскрыть полностью красоту ее читки, флоу, уникальность бита, как ваш покорный слуга. Карина, я готов сделать тебе клип. Сочтёмся как-нибудь. Вот я, кстати, да, я, кстати, не знаю по поводу клипа, я сейчас думаю над клипом, ну, то есть над концепцией, над вообще музыкой, музыкальным стилем. Я не знаю, типа, стоит ли делать именно рэп-клип,
Потому что, ну, не знаю, по-моему, это уже как-то заезжено. Не знаю. Мне кажется, когда я его буду делать, уже как-то сменятся тренды, уже рэп отойдет. Надеюсь. Потому что лично мне рэп, ну, не знаю, такое себе. Я бы хотела что-нибудь новое сделать, потому что все делают рэп-клипы. А, ну, спасибо за предложение. Мне было бы интересно. Реально. Господи, Дима, что? Что она несет? Мне нравится невербалика, невербальная составляющая Карины. Я говорю не про тело, естественно, а вот про то, как она двигается. Мне кажется, в ней умирает рэпер. Биг мама такая, биг мама. Она такая злая. Вот ей надо считать, типа, слышь, сучара, ты что подкатил ко мне свои ши? Ну, ты... Да? Окей. Все будут ее бояться. Мне кажется, ее сейчас смотрят малолетние пиздюки, потому что они боятся ее. Они ходят за ощущением страха, как мамка, понимаете? Реально, видно, что он... Мне кажется, мне надо гроулить. Посипки. 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 Бля, я смотрела, короче, бэкстейдж этого клипа, типа, он позвал на массовку, ну, своих фанатов, и то есть там реально пришли люди, то есть просто круто, что... Глубочайшее уважение людям, которые пришли бесплатно сыграть. Да, это круто. Кадр появляется внезапно, чайничек. Спасибо, 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 можно воды, все, хватит. Люди не капризничали, когда оказались в лесу и выполняли странные вещи, поэтому... Молодцы. Замерзли, кадры, бедолаги. Ну, прикольные кадры. Действительно, ну, припев, ну, не знаю, своеобразно. Но это лучше. Он, я... Ладно, я понял. Я не хочу больше слушать похвалы, я хочу пописать. Вот честно, вот что я сейчас хочу. Карин, спасибо. Если хочешь снимать клип, обратись ко мне. У тебя есть телефон моего менеджера. А, давайте после перерыва мы сыграем... А тебе спасибо, Дима, за предложение. Обязательно обращусь. Блин, там, короче, в комментах писали, что Ларин не дострел до какого-то момента, типа, смешного. Но он писить хотел. Мог бы заранее пописить. Ладно. Реакция на реакцию на реакцию. Реакция на реакцию. На реакцию на реакцию. Дима, няшка. Ня. Клок, клок, клок. Давайте я, короче, так буду делать за сап. Вот так вот. Все, обратно включаю алерты. Сделай сигну, плиз. Очень сильно люблю. Сигну делаю за сап. Друзья, буду очень рад. С праздниками. Можно еще клип Лиски посмотреть. Че, будем еще видосики смотреть? Что там еще на ОП выходил на ютубе? Халясо. Сейчас я твич чат открою. Так, ВК я читаю, сейчас твич открою. Люди в доте, которые на всех орут, да еще и на плохие, плохие люди. Это даже не люди. Че, Лиску посмотрим? Горэп. Горэп. Го, зачитаю. Короче, давайте Лиску. Все, я теперь рэпер. Дима сказал, что я рэпер, значит, я теперь рэпер. Я теперь биг мама. Е, биг мама. Я теперь рэпер. Ссылка удалена. Рэпер. Я хотел сегодня три сигны, но похоже, кто раньше у тебя собился, тот уже не появляется на экране. Нет, появляется. Почему? Сделай, пожалуйста, три сигны для Никиты, плиз. Появляется? Это же зануда! Это же зануда! Привет, зануда! Привет! Привет, плюс сигна! Конечно! Спасибо, зануда! Спасибо большое за саб! Спасибо, зануда! Я то! Же! Какая же у тебя жопка! Просто топ! Блин, не помещается! Обязательно в одной строчкой? Привет, зануда! Спасибо тебе огромное за саб! Занод, ты хочешь одной строчкой или запиши тремя? Запиши голосовой сэмпл, если не трудно. Для канала, да,
Люблю целую меньше, чем три. Я не поняла, что записать. Да, сейчас сделаю. А, окей, хорошо. Спасибо огромное. Сейчас я тебе сделаю тоже сигну. Друзья, ссылка удалена. А мне сигну? Да, я вижу. Сейчас сделаю. Мне Рос Песанчика, это мой лучший стример, что меньше, чем ты. Ссылка удалена. И сердечко. Карина, так, и кому там еще? Кам 100 в год. Спасибо большое. Кам 100. Скажи, пожалуйста, ты против, чтобы я за... Тебе нисколько вопросов? Ну, как хочешь, задавай, в смысле. Сдавай. Так. Надержи еще. Ну да, я спасибо. Я не понял. Привет, Карина. Очень давно тебя смотрю. Расскажи, сколько раз занимаешься в зале в неделю и поскольку? А также про питание. Точка, люблю тебя смотреть. Я занимаюсь в зале три раза в неделю, по часу два. Пожалуйста, ссылка удалена. Не за что, тебе спасибо. Спасибо за стрим, Кариша. Давай в Overwatch уже играть. Можно. Не, я не хочу Overwatch. Я хотела в VR-чат поиграть. Стидей, спасибо за ресап. Я хотела в VR-чат поиграть, поугарать там. Спасибо огромное, спасибо. Карина, я не понял. Скажи, пожалуйста, ты против, чтобы я... Да я не против! Сколько можно спрашивать, я не против! Вы с Лариным оба смущаетесь, это так мило. Думаю, вам стоит попробовать. Не такой умный старый, как мне. Что попробовать? По крайней мере, что попробовать? Клип снять, окей. Было бы неплохо. Что попробовать? Ну блин, я не хочу снимать клип, типа просто на отъебись. Ну потому что я выключала донат на то время, когда стрелял видос. Я говорю, я не хочу делать клип на отъебись, я хочу реально все продумать, то есть сделать его пиздатым. Привет, Карина. Я даже не знаю, рэп-клип это будет. Ну, вроде как рэп-клип. В этом есть смысл. Как разговаривать с тянком в жизни? Не знаю, я не отвечаю таким. Спасибо большое, психолог. Не пропадал, работал, отдыхал. Ой, из Европы куда я ездил? Я тоже ездила кататься. Ну, не на лыжах. Ну, я не каталась на лыжах, но там катались на лыжах. Я вообще не умею кататься на лыжах. Спасибо тебе огромное, психолог. А где ты отдыхал в Европе? Я тоже была в горах, и я там простудилась. Я даже стримила с гор. Спасибо тебе огромное. Ты не в Италии там случайно был? Поиграй в VR-чат. Я хотела еще видосик посмотреть, вроде как у Лиски. Прикольный видосик там вышел. Привет. Распишись, пожалуйста. Давайте посмотрим Лиску. Лиску. Так. Все, готовы? Я, короче, этот клип, типа, смотрела, ну, когда он только вышел, типа, промотала, решила для стрима оставить. Так я его не смотрела. Но с первого взгляда мне показалось, что это что-то похожее на хлеб. Очень сильно похоже на хлеб. Но все это вроде круто. О, да, мне нравится не выходить из дома. Я посмотрела... Хикотян! Все сезоны. Обновляю ленту, нам это знакомо. Интроверту время выходить из комы. Выбираю самый модный лук, пижаму. Ее мне подарил мой лучший друг, мама. Выгонишь из дома лишь под дулом пистолета. Но сегодня интроверт идет на дискотеку. Не, реально, вот сейчас вообще хлеб пошел. Хикотян, хикуем в клубасике.
Почему здесь, почему не было фишки с Хика на глазах красным, типа, очень подошло бы. Блин, какое одеялко, я потому что такое хотела, такое мягкое. От подобных действий выход в люди. Вообще прикольно снято, вроде. Как интроверту закрыться и не видеть весь мир. Но никогда. За прошлый вечер инстасторис больше, чем за всю жизнь. Я прыгала так сильно вместо кроста много. А что, Майнкрафт играет? Уютно было посидеть в четырех стенах. Блин, ну я такой пиздатый. Комнатка такая няшная тоже. Сидеть в четырех стенах. Ну, Рэд прикольный, как, не знаю. Посылала всех друзей, что зовут гулять. Всегда. Я почти что превратилась в винишко тян. Но интроверт во мне, что это винишко. Тушите свет. Здесь тусует интроверт. Скажите всем, завтра будет снег. Скажите всем, здесь тусует интроверт. Ну, конечно, вроде прикольный клип, но... Не знаю. Ну, вроде нормальный, да. Снято вроде прикольно. Музыка очень похожа на хлеб. Спасибо за сап. Спасибо большое за саб. Ну, вроде прикольный клипасик такой. Снято прикольно. Ну, не знаю, не сказала бы, что прям такой вау. Ну, проходной клип. Неплохо. Неплохо снято. Ну, конечно, я не знаю. По-моему, у Лиски язык в жопе Марьяны Ро, конечно, застрял. Но это к клипу не относится. Там вроде нет Марьяны Ро. Так. А рабочий стол. А чё, какая смысл, херня бессмысленная? А чё вы хотите? Какой-то глубинный смысл в клипе Лиски? Спасибо! Спасибо за сап, Алексей96. Спасибо большое! Спасибо за сап! И Городзевд. Спасибо, сейчас я сделаю сигнал. Так, Горозди. А, сейчас я донат еще включу. Гороздед. Передай мне привет и покажи сердечко. Ла-ла-ла-ла. Девда. Ссылка удалена. Распишись на стене, пожалуйста. Алексей 96. Написал. Хорошо. Алексей 96. Чекала реакцию, а на тебя пахчам. Алексей 96. Так. Можно сигнуи рост. I say СМТ. СМТ. Спасибо за сап. Я смотрю уже 4 твой стрим, но тогда не было денег, чтобы задонатить. Твердый знак, мягкий знак, твердый знак, мягкий знак. Спасибо. Мягкий знак, твердый знак, мягкий знак, твердый знак. Библетум. Say. Сейчас можно, да, я знаю, что ты сейчас. Что-то типа нельзя. Давай. Слов чекай окно. А, чё? Я вообще ничего не понимаю. Спасибо, Артём, но я делаю сигнал за саб. Ты сам, если ты можешь под привет, стримом, там ты ссылка мне есть. Что сделай сигнал Артём Миличе. Это писек, спасибо за ресап. Спасибо привет, большое. Можно сигнал или рост? Ох уж эти фейки, но они тоже тебя любят. Карина, спасибо, писек. И распишись. Ссылка удалена. Люблю тебя, мань зайчка меньше, чем 3. Нет, я эти сигны все храню, я их не выкидываю, я хочу сделать фотку со всеми сигнами. Давайте подпишу просто это писек. 1. Как ты внутренне изменилась с момента, когда запустила свой первый стрим до настоящего? Где ты зазналась?
Возможно, повзрослела. Нигде, никак не изменилась. Да, повзрослела. Да, сейчас я просто душу буду выливать, да, на стрим. Ссылка удалена. Распишись, Тарингер. Так. Кого играть в Верчат? ГУ играть в Верчат. Сейчас мы видосики посмотрим и пойдем, может быть. Спасибо большое. Так, что там привет, с Рейнгером? В тренде Шурыгина опять! Вы что, издеваетесь? Алло, интернет, интернет! Ты ебанулся? Интернет, господи. Интернет, что с тобой? Я понимаю, телевизионщики в погоне за рейтингами второй раз мусолят, второй год подряд мусолят эту хуйню. Спасибо, друг, за 300 рублей, спасибо большое. У меня не получается купить подписку. Как тебе подписать? Спасибо большое. Спасибо огромное, друг, спасибо большое. Короче, по поводу Шурыгиной. Вы, блядь, издеваетесь? Привет. Шарищ. Привет. Сейчас я выключу донаты, чтобы меня отвлекали. Почему он был в шапке? Что с ним случилось? Он лысый. Он для клипа побрился, и он лысый. Сообщи, пожалуйста. Поэтому он в шапочке. Но мне кажется, в шапочке ему идет. Мне кажется, в шапочке он няшечка. И в очочках няшечка. Мне больше нравится в шапочке. Мне нравится такой стайл. Стайл Ларина. Короче. По поводу всей этой хуйни, которую форсят в интернете, я не знаю, я захожу в ленту, там кто-то что-то пернул, этот Семенов или как его там, пришли на передачу какую-то, опять второй год подряд эту хуйню искусственную форсят, вы серьезно? Я понимаю? Привет, Инчентива! Привет тебе, рад тебя снова увидеть. Трек привет, я помню по поводу Сигны, я сегодня буду делать. Привет, Кристина, я знаю, я по поводу Сигну помню. Реально заебали эту хуйню искусственную форсить. Вы что, издеваетесь? Я понимаю, телевизионщики это для рейтингов, но в интернете все блогеры начинают, все блогеры пытаются опять ухватить это. Вы понимаете, что это за шквар? Это за шквар? Я понимаю, там на стриме об этом обмолвиться, сказать свое мнение, но видосы про это снимать? Вы что, ебанутые? Вы же сами это создаете, эту хуйню, блядь, этот форс. Зачем? Зачем? Второй год подряд. И что, типа, и что будет на этой передаче, там? Какие-то две передачи, типа, на первой не было. Я, короче, я откуда это все знаю? Я просто не могу этого не знать. Мне изо всех щелей интернета суют эту информацию, ебаную. Из ВК, из Ютуба, да откуда угодно. Мне пишут об этом, мне это присылают. Я бы рада была об этом не знать, я бы рада была об этом не говорить. Но я не понимаю, почему все вокруг об этом говорят. Почему все вокруг плюются об этом. Как, говорят, как это зашкварно, какие все хайпажоры. Но сами же об этом говорят. Зачем? Зачем, господи? Все, короче, в пизду об этом. Я вроде все сказала. Я вижу Ксюшу в чате, я уже поздоровалась. Я вижу Ксюшу. Ксюша, а ты что об этом думаешь? По поводу всего этого хайпа с Шурыгиной. Так, там музычку заказали. Привет, Кристина, я помню по поводу Сигны, я сегодня их буду делать. И куалки буду сегодня делать, Сигны на зеркалку. Так, сейчас я ВК почитаю. Что пишет ВК? Don't know that they... Блин, я вообще не ожидал, типа я еще позавчера видел этот мем в каком-то маленьком паблике, и уже сегодня его постят в МДК. Да, надо, короче, в VR-чат поиграть. Но я не знаю, как там разрешение у меня, типа у меня квадратное там разрешение. Как менять разрешение? Я думаю, что завтра в тренде Ютуба будет вырезка из твоего стрима с реакцией. Ну да. Наверное. Наверное, мне кажется, нет. Мне кажется, с Лариным. Я потому что видела видос в тренде Ларина. Типа, мой видос про Ларина, видос Ларина на меня. И нужен видос
про то, как я реагирую на то, как Ларин реагирует на то, как я реагирую. Квалка, привет, я не забыла про сигнал, я сегодня буду делать после стрима. Кариша, очень ламповый стримчик, мы ждали его почти 2 недели и дождались, мы очень рады. Ну блин, я болела, сидела дома. Да, я поправилась, но не до конца, у меня до сих пор остались сопли и мокрота в горле. Не знаю вообще, я так долго болею, я даже в зал не могла ходить. Прикиньте, привет, Валидолка. Валидолка в чате. Привет, Валидолка. Этот мем уже 2 недели на даче. Я не сижу на даче. Так, ВКшечка. Ради папичка сейчас. Блин, я один раз сказала об этом на стриме, у меня теперь папича везде. Папича мне про папича пишут в ВК, в Инстаграме, на Твиче пишут про папича, что я качаюсь ради папича. Типа под последней фоткой с моими, типа, результатами, хотя я на той фотке не ходила 2 недели в спортзал. Но я решила все-таки выложить фотку из спортзала. ВР купила? Нет, я не купила, я не знаю. Ты, кстати, такой качок руки-базуки. Да, блин, типа... мне надо бы еще, короче, поднаверстать то, что я проболела, потому что я болела, скинула 5 килограмм, и мне вообще так обидно с этого. Надо опять начать регулярно посещать спортзал. Да. О чем я говорила до этого? Я уже забыла. О чем-то я говорила. Дорог базук. А, про папище! Что мне теперь везде про папище пишешь, что я ради него качаюсь. А почему папище не качается ради меня? Я не понимаю. Что такое? Что за несправедливость? Так. Как относишься к смерти к Лил Пипа? Ты вообще откуда? Из бункера вылез? Можно пойти в VR-чат поиграть? Только я опять говорю, что я не знаю, как там растянуть экран. Он у меня квадратный. Кто не знает, как растянуть экран в VR-чате? Можно, короче, свою комнату какую-нибудь запилить, типа, чтобы люди со стрима заходили. Я, короче, вчера скачала VR-чат ночью. В 4 утра, в принципе. Я легла, короче, в 7. До 7 стрела, что там в VR-чате залипала. Блин, это вообще такой аутизм, этот VR-чат. Реально, вообще. Вот, и, короче, я видела там много всяких комнат, и там есть парк, типа, у костра, там, всякие крутые комнаты. Но, блин, конечно, круче бы было бы это все в VR-очках. Кстати, даже у моего отчима есть VR-очки, прикиньте. А, надо будет сходить к нему, попробовать их. Короче, мой отчим купил VR-очки, и он теперь пугает мою маму всякими, всякими хоррорами и, как это называется, американские горки. Короче, он снял видео, как моя мама катается на американских горках, и она там реально, типа, боится, кричит и дергается. Да, это угарно, но я не буду это показывать, конечно, на стриме. Блин, типа, там она говорит, что это реально, как будто это по-настоящему. Она это все ощущает, то есть мозгом. И, блин, я тоже хочу попробовать. Я не пробовала VR еще ни разу. И хочу себе купить VR-очки, только не знаю, какие. Нужна ли приставка к этим VR-очкам, потому что приставки у меня нет. Так, до аутизма и до шизофрении. Блин, короче, там еще есть... Там в этом VR-чате какие-то даже тёлки есть, и они постоянно окружены вниманием, реально просто заходишь в любую комнату, вот у тёлки, вот стоит тёлка, и там около неё просто все окружены, то есть стоит тёлка с моделькой какой-нибудь аниме-тян, и все окружены просто. Там какую-то хуйню у неё спрашивают, помню, я вчера заходила, типа, слышала, что там они спрашивают, вообще, такой угар. А что, у меня донаты выключены? Я тут думаю, что такое? Почитай донаты. Сейчас почитаю донаты. Я забыла их включить после реакции. Кариша, я тебя очень люблю. Желаю спасибо. Тебе счастья. Ты лучше, а меньше, чем 3. Razer Hydra Motion. Можешь записать. HTC беспроводные... Спасибо большое, психолог.
В Австрии? Я была в Австрии. Я была в Австрии. Это рядом. Был в прошлом году Мадонна Ди Кампиле. А ты где была? И почему? Я была. Я не катаюсь, но потому что я боюсь, типа, в тот раз, короче, когда меня мама позвала в горы, я не спала всю ночь, я была уставшая, заболевшая, у меня нету экипа, я не умею кататься, я очень плохо себя чувствовала, но я поехала все равно в горы, несмотря на свое состояние, хотя после этой поездки я настолько плохо себя чувствовала, я просто не могла встать с кровати, у меня температура 40, у меня... не имеет все тело, меня трясет, у меня холод, я не знаю вообще, это не просто не описать. Насколько мне было плохо, что ж, пришлось поехать в больницу и отсидеть там 5-часовую очередь, потому что это был праздничный день, и там не работали обычные врачи платные. Вот, короче, я была в Австрии на, я не помню точно название города, но в Австрии круто, в Австрии была на... водохранилище, очень красивое водохранилище, можете загуглить, австрийское водохранилище. Вот, я там поднималась на какую-то высоту, высокую высоту, не помню сколько точно. Но там очень красиво, да, я хочу еще раз в Австрию поехать, может даже и сниму там что-нибудь. Там такие виды красивые, очень-очень красиво в Австрии. Я бы очень хотела посетить еще раз Австрию, но что-то, не знаю. Мне мама все обещает, что меня повезет, но что-то как-то не получается. Спасибо большое еще раз, психолог. Так, сейчас я посмотрю, что за город, в каком городе ты был, может, я там тоже была. Нет, ты иди. Так, Австрии Ишгль. Привет, Калиш. Передай привет Валентину. Привет, Валентин. Вау, круто, это какой-то горнолыжный курорт, да? Ну, круто, блин. Но я не умею на лыжах кататься. Иногда эти грустные глаза. Иногда так грустные больно глаза. Слышать одиноких голоса, что приходится нарочно. Это не пример? Пригреть к себе для сна. Короче, я хочу научиться кататься на лыжах, но я боюсь, что я останусь просто инвалидом, потому что я реально неуклюжая, и это опасно для меня. Засобился на тебя. Как тебя добавить спасибо в друзья в ВК? Напиши моему модеру. Хотелось, конечно, роспись на стену. Санки надо было брать, но я хотела постримить, я и постримила, в принципе, с гор. Типа, у меня не было в приоритете кататься именно. Блин, Дональерд не проходит донат, что-то не могу рисобнуться и твич клипы нарезать. Не знаю. Разбань по Элзе, все равно в чат не пишу, спасибо, Мурк. Пожалуйста. Я приветствую зрителей телеканала «Россия-24», а также зрителей интернет-канала «Шкура Гейминг». Я приглашаю вас на новый выпуск нашей передачи. Так, я читаю, Warface, играешь? Нет. Бесогон ТВ. Последнее, во что я играю, это Conan Exile. Я играю в Conan. Не знаю, может, кто-то знает Conan. Будет интересно. Последнее время я играю только в Conan. Ну, только в Dota вчера еще зашла и изредка играю в HOTS, дейлики делаю. А Warface я не играл ни разу. Писа, где твоя панда? Я не знаю, она потерялась. Я не знаю, где моя пандочка. Пандочка. Моя бабушка выросла на стримах Карина. Что? Бесогон ТВ. Бесогон ТВ. Бесогон ТВ. Говерчат. 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 Никита Михалков разочаровался в работе. Мои шедевры лишь домашние поделки в сравнении со стримершой Никита. Я бы хотел сниматься у нее в романтических мелодрамах, стажером, на побегушках под VR. Шестеркой. Так. Ку-ку, куда? Спасибо, Артём. Да, говерчат, сейчас запущу. Два. Кто из стримеров или блогеров делает ценный материал, на твой взгляд? Ценный материал? Это очень странный вопрос, ценный материал. Привет. Приветик. Друзья. Так, запускаю. Блин, у меня там ник, короче, шмоня, все палят, что я русская. Ссылка удалена. Ребятлс. Ку-ку, куда? Привет, Кариш. Прёт чат. Чё-то не могу рисобнуться и резать твич-клипсы.
Разбань ПЛЗ. В чат все равно не пишу. Так, захожу. Грузит у меня. Сейчас бы блогеры делали ценный материал, да, вот тоже. Старого тварына шутка, можно сигну подписки. Тварына. Работает 3Т донат. Подряд ПЛС. Нет. ПЛС, ПЛС. Только за подписку. ПЛС, ГО в доту. Го в эрчат. Я в эрчат. Меня грузит в эрчат. Привет, Кариш. Я там, правда, не разобралась еще до конца, типа как хотя бы менять разрешение. Я бы, кстати, сабнулся, но у меня не PayPal. PayPal. Все, я зашла, короче, в VR-чат. Сейчас я поменяю экран. Карина, а представляешь, если Hello, не рассеять на поделывать тебя на экране, к примеру. Можно будет установить себе симулятор Карины, стример. Все, короче, я разговаривать с ним, пока не по. Hey guys, how you doing? Hi guys, hi guys, hi all, hi. Hi guys, oh my gosh, it's Angel. I like Overwatch. I like Diva. I cosplayer Tian. Yeah. I like Overwatch. What? Do you love Jesus? No. Jesus! Jesus Christ! Yeah! Oh my gosh! Чувак? Yes. Peace. Hello. Чувак, иди нахуй, сука, блядь! Speak English, man! Сам пошел нахуй! Спасибо, психолог! Это травоопасно. У меня как раз друг связан. Спасибо русского народа, блядь. Смешно. Спасибо. После прыжка. После стрима какие планы? Телеграм еще не удалила. Не, я телеграм больше не пользуюсь. С вами Влад Борщ, уёбки, блядь. Сейчас прочитаю, Над. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, психолог. Блин, я тоже хочу всякие записи включать, правда я не умею. Спасибо большое, психолог. Это травма опасна, у меня как-то раз друг связку порвал. Да, я вот боюсь как раз таки влететь в дерево. Привет, Калюха. Hi, man, hi, hi all, hi, hi guys, how you doing, man? Россия священная наша. Держава. Слава Украине. Бэтмен мудак. Спайдер мин пидорас. Сука, сука, ты кого кослям назвал? Шмоня, сука. Сука, твоя мать. Привет. Кариша, ты самая крутая, самая лучшая. Смотрю тебя уже давно. Вообще, ты самая красивая. Лучше всех на свете. Пошлите какую-нибудь другую комнату. О, привет, Атакен. Не знаю, когда дота. Когда ты со мной пойдешь играть в доту, тогда и будет дота. Спасибо, Атакен. Спасибо, Атакен. Спасибо, Атакен. Спасибо большое. Не, стримеров я редко смотрю, но иногда захожу на непопулярные каналы. Ну не знаю, кого порекомендовать. Из девушек, это из дота. Девушек. Дота будет, когда ты со мной пойдешь. О, это я в зеркале. Hi, man. Дота будет, когда ты со мной пойдешь играть в доту. Как дела? Как дела? Го в Уганду. Го, пошли. Так. Ио. Так, это занято. Блин, ребят, подскажите как-нибудь, как мне растянуть экран? Кто-нибудь может подсказать? Все занято, все комнаты заняты. Кто-нибудь может мне подсказать, как растянуть экран в этой игре? Замечательно, для аутистов. А, через параметры запуска в Steam? Спасибо, я сейчас посмотрю. Через параметры запуска в Steam. Сейчас, ребят, я тогда перезапущу игру с нормальным же разрешением. Так, мне скопировать из чата вот эти вот параметры запуска Steam. V-V. А, окей, спасибо, сейчас попробую. Так, я тогда перезайду.
Сейчас зайду в эту комнату. Сейчас перезапущу VR-чат. Так, параметры запуска Steam. Где это? А где это вообще? Не понимают. А где параметры запуска? Ща приду, жди. Да блин, я хочу перезапустить с нормальным разрешением. Свойства, локальные файлы, общие. Алло, объясните. А, вот. Код бета-доступа. Нет, это не то. Блин, объясните мне как. Свойства. Свойства. Ну, я нажала свойства. Установить параметры запуска. Вот, поняла. Все, установила. Давайте запустим. Все, запускаю. А, да, точно. Игру сменить, точно. VR-чат. Grill on the VR-чат. Ой, я не ту сцену включила. Кек. Так, все запускаю. Не понял, чек, Карина вернулась. Или это видео с ней ни разу ее не... Да, это запись. Потому что много мата. Потому что много мата, материца, шкура тупая, тупая шкура материца. Не сработало. Не сработало, ребята. Не, пожалуйста. Не сработало. Параметры запуска. Окей. Сейчас еще раз попробую, там пробел был. Что такое? О, спасибо, Андрюха. Зачем они? Привет из вишневого лифана. Дергаем. Привет, вишневый лифан. Привет, вишневый лифан. Спасибо большое. Алло, почему ничего не работает? В стиме не добавляешь? Не, не добавляю. В стиме вообще в офлайн режиме сижу. Я не понимаю, почему не работает. Я поставила параметры запуска, которые мне сказали, мне все равно не работает. Карина, ты сегодня пойдешь в Доту играть? Нет. Ну не знаю, может быть пойду, а вы как хотите. Блин, что-то не грузит у меня, типа не меняется разрешение. Еще громко как-то. А, вот все, спасибо. Мне тут другие параметры разрешения скинули в чат. Скрин. Скрин, окей, сейчас попробую это поставить. Свойства. Параметры запуска. А там надо как-то обновить ее, может, я не знаю. Минус скрин. Да, я поставила вот это вот. Все, заработало, заработало! Ура! Ура, 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 ура! Все, пошли играть! Ура! Да, все, пошли. Alt-Enter я уже нажала, я не тупая, я сразу же нажала Alt-Enter, но у меня все равно было квадратное разрешение. Лол, Alt-Enter не помогло. Но мне в чате тут написали и заработало. Alt-Enter. Все, грузит у меня. Привет! Чё так тихо? Привет, енотик. Да, и чё тебе снилось? О, как мило. Да, развернул на весь экран. Спасибо за подсказку в чате. Спасибо большое, психолог. Ой, ну, в принципе, я могу, у меня есть веб-телеграм, но мне не нравится телеграм, он какой-то не очень удобный. Ну, ВК, а ты есть ВК вообще? ВК можно. Ты у меня, кстати, есть ВК? Спасибо еще раз огромное. Так, что-то долго грузит VR-чат. Считаешь, зачем они кому-то нужны? Я не знаю, спроси у тех, кому они нужны. Сигна — это типа надпись на листочке никнейма.
Ты сейчас не загрузишь, у меня тоже не работает. А почему не работает? Фанни! Фанни Мэн ТВ, спасибо за саб. Фанни Мэн ТВ. Фанни Мэн ТВ. Спасибо. Господи, что это? Иншалла. Спасибо за саб. Я не понимаю, от моего стрима что, VR-чат повис? Почему меня не грузят? По-моему, сервера перегружены. Вечер же, игра слишком популярна. Ну пипец вообще. Что такое? Вот как только я решила поиграть... Что такое, блин? Как только я сделала разрешение, сервера перегружены. Вы серьезно? У вас холодно? Я не знаю, я не выходила на улицу давно. Мой ноутбук не грузит. Да, у меня тоже иногда подлагивает, даже комп подлагивает. Перегрузка. Не из-за разрешения, это из-за того, что перегружено. Она весь день сегодня лагает. Ну, потому что сегодня суббота, наверное. Все играют, может быть. Весь стрим зашел. Да, внутри весь стрим зашел. Это же игра бесплатная. Я только вчера поняла, что она бесплатная, плюс еще не требует VR. Кариш, ты классная. Приятно видеть тебя выздоровевшей. Спасибо. Вот, тебя в щечку. Не до конца выздоровевшей. Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. Так. VR-чат. Давайте пока поставим толк-шоу. А, нет, ИРЛ. Короче, подождем, пока она заработает. Не знаю, можно в доту поиграть. С моей душой играешь, и я не против, пусть смеются. Сейчас прочитаю донат. А то там два доната. Только мне уснуть, мой зайчик, зайчик, зайчик. Ты тут как тут, ты вырастаешь. Что за песня? А, у меня... У тебя меня ни ВК нет, плюс там только переписка, может, в WhatsApp. Да, у меня есть WhatsApp. Спасибо большое. Сейчас я прочитаю на из-за музыки, что-то не слышно. С утра до ночи не могу не думать о тебе. Ложусь пораньше спать, мой котик, 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 котик. Котик, котик, котик. Миг побыть с тобой наедине. Кручу... Так, год дота. Ну, можно в доту. Атакин, ты пойдешь? Атакин, наверное, единственный челик в доте, который не флеймит. Я вообще не слышала, чтобы Атакин кричал. Как музыку заказывать? Под стримом есть ссылка. Спасибо. Спасибо, Вика. Сейчас прочитаю донат. Так. Да, у меня есть WhatsApp. Можно WhatsApp. Подожди, ты имеешь в виду... Джулия, спасибо большое. Сейчас я сделаю тебе сигнал. Так, спасибо большое. Так, 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 сейчас я... чтобы донат не пропустить. Спасибо еще раз огромное большое тебе. Спасибо, психолог. Вконтакте... Нет, ошибаешься, Вконтакте. Зай, разбань, пожалуйста. Ой. Надо очень сигнуть, не надо. Мне чат не пишу. Зачем тебе? Скажи сразу, распнишь, не разбанишь, я тьё, будь сразу. Короче, психолог, ВК не только, ВК можно и аудио отправлять, ВК можно и все что угодно вообще, то есть там можно и переписка, то есть ВК мессенджер ничем не отличается от WhatsApp или Telegram, ну потому что ВК, типа, я сижу чаще, и мне там будет видно в диалогах, в принципе, но если ты не хочешь ВК, можно и WhatsApp. А вообще у меня есть Telegram, но он с веб-версией, я туда редко захожу. Спасибо тебе еще раз огромное. Так, инчинтива.
и передай привет семье бледных меньше, чем 30. Привет, семья бледных. Короче, ты классная. Вряд ли я тебя зову. О, не, у меня еще сопли, у меня нос заложен. 4. Чмок тебя в щечку, пися, привет, жопхек. Как думаешь, с чем это связано? Чмок тебя тоже. У тебя было трудное детство. ПС. Чего? Не было у меня. Я не пытаюсь тебя оскорбить. Постараюсь оценить непредвзято со стороны. Зая, разбавь, пожалуйста, надо очень. Для чего тебе надо? Для чего тебе надо? То есть, сколько раз тебя ранили? Хорошо, тогда как нам с тобой обменяться номерами? В Телеграме, я думаю, раз у меня в Телеграме есть. Можно ID, то есть ВК. Спасибо еще раз огромное. Скажи, пожалуйста, кто такой Лин Блачк и почему ты с ним ночами в ВК сидишь? Че? Че ты несешь? Что, блин? Чего? Лин Блач. ВМВ. Блин, сколько раз, типа... Не, а чем ты заслужил разбан? Вот реально. Ты можешь мне объяснить, зачем тебе разбан? Для чего? Сколько говна ты всякого сделал? Сколько хейтерской хуйни ты натворил? Зачем? Почему ты не можешь просто меня оставить? Зачем? Зачем тебе вот что? Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Ты можешь объяснить? Зачем? Сколько можно? Тебя разбаниваешь, ты все равно. Это знаешь, как с твоей подружайкой вот этой вот, которая типа такая, ой, разбань, разбань, а потом опять подсирает, опять это говно льется. Вы не можете себя нормально вести. Реально, сколько людей не прощаешь, а они все равно говно выливают. Как можно? Сколько раз можно вас прощать? Сколько? Я уже заебалась. Нет, я вам не верю, я не буду тебя разбанивать. Все, хватит. Так, сейчас прочитаю наты. Ты очень эмоционально много ругаешься. Как думаешь, с чем это связано? У тебя было трудное детство? Давай, расскажи, какое у тебя было детство. Может быть, ты... не знаю. Да, ты не пытаешься оскорбить, ты пытаешься лезть мне в душу. А это как бы равносильно. VR-чат заработал. Сейчас проверю. Спасибо большое, Хусар. Ой, а чё мне мышку залагало? Да-да-да, я захожу в VR. Да, VR, говорят, заработал. Сейчас потише сделаю. Так. Клип о том, как вы играете в РЛ, сделанный это зануда, набирает популярность. Что за клип? Давайте-ка посмотрим. Что за клип? Можно распись, пожалуйста. Ссылка удалена. Моя бабушка будет гордиться. Ну давай, заходи, плиз, VR, грузись. Плиз. Ладинг. У вас заходит, ребят? VR. Опять не работает VR. Передай привет Карповой и Павлу. Привет, Карпов и Павла. Карпов и Павлу. Карпов и Павла. Привет, Карпов и Павел. Привет. Привет, привет. Да, опять не заходит. Ну, можно в доту пойти поиграть, там такие же аутисты играют, в принципе. Просто заходишь, короче, типа грузишься в, как это называется, в паблик. Просто говоришь вообще что угодно, там, вякаешь в войс, и сразу же 4 горящих пердака тебе орёт войс, просто матом.
матом на тебя орет. Ты, шлюха, дырка, иди борщ вари. Вы серьезно, ребят? Алло, типа, я уж думала, что... Типа, прилично уже тёлок играет в доту. Можно было бы уже привыкнуть, что девушки, да, тоже играют в доту. А они до сих пор не привыкли. Я думала, реально, типа, это уже не такая уж... О, все зашло, зашло, зашло. О, зашло, зашло в ВР. Зашло. Сейчас мне комнату грузят. Go Conan Exile. Блин, ну не знаю, мне кажется, на стриме меня будут кемперить, и поэтому для стрима эта игра не очень подходит. Типа, ну если только заново начать, потому что я там уже довольно-таки обстроилась хорошо. Не хочу, чтобы меня палили там. Во, все, я зашла. Сейчас я музыку выключу. Давай я сделаю погромче. Да, еще игру надо поменять, блин. Игру надо поменять. VR-чат. Ой, спасибо, психолог. Скинь тогда сейчас мне в Телеграм номер. Ты же помнишь, как меня там зовут? Или напиши... написать что-нибудь? Да-да, напиши мне, напиши, а то у меня в Телеграм много людей добавилось, поэтому я могу не найти. Напиши мне сейчас. Дай мне сейчас все-таки будут писать, типа, да, это я психолог. Я давайте после стрима напишу тогда номер своего WhatsApp, а то мне надо посмотреть, потому что я меняла симку. Так, VR-чат. VR-чат. Все, я зашла в VR-чат. Ага. Пошлите в комнату. Не слишком громко? Так, миры. Привет, во. Сделай сигнал. Привет! Я делаю сигнал сабом. Чё, грузит? Каша, ты так и не ответила насчет Ютуба. Будут ли видосы? Лови обнимашку. Да, обнимашка. Конечно, будут. В смысле, что за вопрос такой? Конечно, готовится следующий до... VR-чат без VR-шлема. Еее, да. Супер. Да, VR-чат без VR-шлема. Но я думаю над покупкой VR-шлема, но я еще не знаю какой. Так что, ребята, пожалуйста, если кто в этом разбирается, пишите мне в личку, пишите мне на почту. На почту я каждое сообщение читаю. В личку я постараюсь заметить, если вы будете писать мне с пометкой шлем, VR-шлем. Спасибо большое. Спасибо. Пишите мне, если вы разбираетесь в VR-шлемах, потому что я вообще в этом не шарю. Типа... Что это? А что за это за язык? Это немецкий? Или польский? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Покупай HTC Vive, я в нем шарю. Мне, короче, нужно, чтобы он желательно был без, ну, типа, на комп. Его можно было к компу подключать. И там были вот эти штуки, эти вот контроллеры на руки, потому что с контроллерами, мне кажется, лучше. Максим Стрелков, спасибо большое за саб. Хей, кореш, привет, можно написать тебе в телегу по поводу WhatsApp, и спасибо за поздравления. Не за что, конечно, пиши. Я иногда туда захожу, спасибо привет, большое. Привет, кореша, привет, три, можно написать спасибо. Тебе тоже в телегу по поводу WhatsApp. Да, можно. Меньше, можно. Чем три. Спасибо за поздравление. Максим Стрелков. Спасибо за саб. И SCDGGG. Спасибо большое за саб. Я сразу тебе сделала сигнал. Ладно, ребят, пока грузится, я сейчас сделаю на полный экран вебку и сделаю сигнал. Пока грузится у меня VR-чат. Так, сейчас я сделаю сигнал. Так, BLXND. BLXND. Так, спасибо большое за саб. BLXND6. Да, ребят, пишите мне по поводу VR-шлема. Какой лучше брать. Какой там, чё, как его вообще. Вообще в этом не разбираюсь. В VR-шлемах.
когда я загуглила, самое первое мне выдало Oculus Rift, и это типа самый крутой. Он 50к стоит, HTC Live охуенный для ПК. Ну знаешь, блин, Oculus, он не меньше стоит. Он стоит 600 евро, почти 600 евро, это плюс еще без контроллеров этих, которые стоят плюс еще почти 200 евро. Но я не знаю, я надеюсь, может быть, мне... Не знаю вообще, стоит его брать. Ну, в принципе, мне бы хотелось. Хе-хе, зай, я и не прошу прощать. А ты попроси, чтобы Валидол отстала от меня и перестала банить 100 раз везде. Раз бан нужен, чтоб присыбнуться я мог и чтобы мог ли порезать для телеги. Делаю это потому, что мне нравятся это и твои стримы. Я разве так мешаю? Да, поэтому ты будешь резать всякое говно, грязь, выставлять меня в хуевом свете, всю такую хуйню свою хейтерскую. Правильно она все делает, что тебя банят. Так, вроде всем сделала сигнал. Блин, VR до сих пор грузят. Что такое? В полной комплектации у них цены идентичные. Понятно. А чем он лучше тогда? HTC, чем Oculus? Так, я пока музыку включу, потому что у меня не грузит VR почему-то опять. Видимо. Не надо было идти в комнату Уганды. Там руки в VR-чате появляются. Появится. В смысле, с этими штуками? Да, я знаю, блин, это так прикольно. Типа, блин, мне кажется, что это вообще другие ощущения в VR-шлеме и с этими штуками. Я очень хочу себе. Очень хочу попробовать. Надо, короче, попросить у отчима взять, может быть. Может, он даст, не знаю. А может, и не даст, мне кажется. Ну, у него попробовать, может, даст его там игры, которые у него есть, типа, всяких хорроров. Блин, короче, классная игра на VR есть с космосом. В космосе я бы хотела поиграть, надо будет ему порекомендовать эту игру. Спасибо, Бидрон, пока. Кариш, поясни за ковер на диване. В смысле? Чё тебе пояснять? Классный ковер же, давайте покажу. Классно покрывало. Шлем железный, он тоже подойдет. А шлем железный, да. Рыжего кота нарисовала. Спасибо, это не кот, это тигрик. Это же тигрик, он кусает за пальчик. Это тигрик. Привет. Это какое аниме? Не знаю, что это за аниме. Блин, не грузит какую-то комнату Уганды. Сейчас никто в мире не стримит VR-чат, ни у кого не работает. Печалька. Да, видимо, еще слишком рано. Не знаю, может быть, ближе к ночи рассосется. Так. ВК. А, ВК, ВК. Что там пишет ВК? Почка Алина ВК стримит. А почему нет? В смысле? Что за вопрос такой? А у кого-то Twitch не грузит. Кому-то удобнее ВК. Я стримлю ВК и в Одноклассниках, и на Твиче. Что там в Одноклассниках? Давайте в Одноклассниках комменты почитаем. Я делаю сигны за сап. Сейчас в ВК... Ой, в Одноклассниках комменты почитаем. Мне там отличнейшие комменты пишут. В Одноклассниках и на Твиче. Отличнейшие просто. Так, комментарии. Ссылка удалена. Можно раз... Она себя, наверное, мышкой удовлетворяет. Зачем ей ходить куда-то?
Ну да, смотрите, какая у меня мышка. Как можно удержаться от того, чтобы не удовлетворить? Я вообще не понимаю, как это понимать, типа, мышкой удовлетворять? Типа, я... Типа, мне доставляет удовольствие клацать мышкой. Ну да, она отличная мышка. Или что? Что это вообще значит? Так, что тут еще пишут? Зачем всяких, в скобочках, недалеких выставлять в ленту такого чуда-юда и в жизни привет, хватает? Карина, это вопрос. Передай, пожалуйста, привет. Привет. Привет, Кирилл и Андрей. Так, пишет это Людмила С. Людмила С. это чья-то мамка, видимо, или бабушка даже. А, нет, бабушка. И еще с этой девочкой из Питера больше не общаюсь. А Нарил немного того, кинул ее в ЧС. А вообще из меня говно хитер, ты о чем хехе? Я же для рофлов. Почитай лучше, что тебе сейчас в чате пишут хейт разный. Загляни в телегу, там зашла! Ничего плохого зашла! Нет, МДМД зашла! Зашла, зашла, зашла. Ребят, я зашла! Какой у меня скин? Сейчас посмотрим. А почему у меня аниматян? Hey guys! Hey guys! How are you doing? Shut up! What? Hi guys! Hi guys! Hi guys! Спасибо, Тата! О, у меня теперь такой же скин. I know that they! I know that they! I know that they! I know that they! Ня, кавай! Ня, ня, считай! Ня, кавай! Ня, ня! Я себя чувствую реально дауном, отсталым, когда я делаю эту... Ты самый красивый и милый. Си, парла, парла, мама мия. Да, кстати, я, короче, делаю итальянские стримы, кто хочет встретить мои стримы на итальянском. Британия. Кстати, да, ребят, кто не знал, я делаю стрим на итальянском. Но типа там нельзя писать на русском, я баню за русский язык. Но я делаю стрим на итальянском. Hi guys, hi guys. О, кавайтян, кавайтян, панцу симпа, yeah. Где панцу? I watch your pantsu, anime-chan! Show your pantsu! Hello! Hi, 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 hi! No, not that day! Реально аутизм, просто полнейший аутизм! О май гад, so much, guys, yes! Эдвина и Петра, чуть ли Биби! Глеб, я тебя не вижу. Where is the devil? Where is the devil? That is the way, brothers. Yeah, you have small cock, yeah? Can you show it? Can you show it, yeah? Where? Small cock, where small cock? Small cock. Behind you. Where? Here, small cock, here. Oh my gosh! Ah!
О май гаш, I watch your pantsu. Аниме-тян. Can you watch my pantsu? I have pantsu. Oh, I don't have pantsu. I have pantsu. Look at my pantsu. I have red pantsu. Red pantsu. Stop saying that. You are fucking racist. Stop saying that. Stop, man. It's illegal. Do you know the way? Do I know the way? Do not the way. Do not the way. Do not the way. Oh, you crazy bitch. This is the queen. Oh my gosh, it's the queen. If this is the queen, I can watch parts of the queen, yeah. This is the way, my brother. Какой музон? Я не знаю, как музон включать. Я бы сама хотела музон включить, но я не знаю, как музон тут включать. А как тут музон включить? Типа, я бы... Почему ты такой лох? Что? Я бы сама хотела... Шмой. Do you not? Alright, let's get the song. Do you know the way? Do you not? А как этот музон включить? Do you know the way, brother? Так, сейчас я попробую потанцевать. Brother, this is not the way. Yeah, dancing, dancing over here, yeah. Let's go to the way. Да я знаю, я танцую. Stop saying that! Stop saying that! Stop saying that! Now I'm the queen, I'm the queen. Watch my pants, watch my pants, watch my pants. Shut up, Russia. Shut up, queen. I am the queen. I know the way. I know it. I am the queen. I'm the queen. My brothers, we have to spit on her. Spit on her. Queen. Spit on her. Stop saying that! Stop saying that! Stop! Why are you running? Why are you running? Sharisha, look at my body, Sharisha. Oh my gosh, man, you have so good body. Oh, sexy. Oh my gosh, it's a pony, oh, kentaur. Spit on the numbed believer. What the fuck is this kentaur? This is the queen. Show me the way. Show me ass of kentaur. Show me ass of kentaur. Show me ass of kentaur. You better show us the way. Show me your pantsu. Show me the way. Show me the way. Show me your pantsu. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Do you know the way? Stop fucking her, man. Stop fucking her. Oh my gosh! Oh my gosh! Where is? Show me the way. Is that the way? Andy Brother.
Команда! Guys, it's this товарищ! Команда! It's the crap. Нигер. What are you doing? This is the way of the devil! I'm the queen! I know the way! Show me the way, my queen. Show me the way. А чё это такое? Я куда-то попала. Я тоже хочу скин кентаврика. Вау, что это? Это же Спанч Боб! Это же Спанч Боб! Это локация с Спанч Бобом! Вау, прикольно. I know that way! I know that way! Yeah! I know that way! О, как там это? Where's the game? I just can't find the way, so I want to find. You find can't? Where you find can't? Can I have a cheeseburger, please? One cheeseburger. You can have can't. Can't cheeseburger. You have can't cheeseburger. You niggers with a side of a white chew. Squidward, I want. Вы готовы, Дэйв? I want it. Give me the burger. Bitch, my brothers. Что хавать будем? Что хаваем? Будем жрать. Need a cheeseburger. We need a cheeseburger, my brother. Need a cheeseburger. Пожалуйста. We need a cheeseburger. You can't understand anything. Hello, my brother. They're clicking. Oh my gosh, so big tank! Oh my gosh, he know that way! He know that way! Follow the tank, he know that way! Follow me, I know the way! Yeah, he know the way! Follow me. Stop saying that! Stop! You don't know the way! Меня танк придавил. Oh, you're from England? Nope, I'm from Italian. This is not the way, my brothers. Where is the queen? I am the queen, I know the way. You are the queen. Queen, where is the way? You know the way. Show us the way. Follow tank. Show the way. Господи, такая форта хуйня вообще. Можно сюда залезть? Ой, сюда можно залезть. А чё? И чё тут? А куда я попала? Я куда-то не туда попала. А тут чё? Блин, конечно, графонин вообще. На уровне. Сервер IP. Уганда. I know the way. Follow me, I know the way. Это что, тюрьма? Stop following me. Stop saying that. Stop. Уганда. Так, чё, куда? О, всё, обратно вернулась. Всё, пойдём на другой сервер. Какие тут серверы есть? Хватит это говорить! Хватит. О, сюда пойдём. Там cool story нравится. Типа, когда я в прошлый раз сюда зашла, там, короче, меня спрашивали про чеснок. Типа, нравится ли мне чеснок. Там какие-то охуительные разговоры были про чеснок. Чё это за игра? VR-чат. VR-чат без VR. Hey guys, hey. А где все? Жеп, я скучаю, ахахах.
Я тоже. Это дом! Это дом! Это дом, это ходящий дом! Это дом! Я тоже хочу быть домом! Как сделать себе скин, я не знаю. Короче, давайте сделаем скин с Кариной стримершей в лосинах. Как у меня был в Майнкрафте. Блин, что-то громко. Очень громко. Во, вот так вот. Что это? Yeah, what's up, guys, what's up? О, господи. Хардбас. Я танцую, как аниматяночка. Yeah, Hardbastian! I'm Hardbastian! Что это? Спасибо. It's Snoop Dogg with the flashlight. Okay. There was a guy who was a son earlier, and it really like. Someone now. Is that you? Я внутри дома, но его не видно. Отключи в настройках персонал Space, чтобы модельки не... Персонал Space. А уже занято место. Сука, большой Соник. Бля, гопник горит. Что это? Куда это? А, он гопник играет. А чё он такой плоский? Ты чё плоский такой? Слышь? Ой, Няша. Няша сидит. А Ленин! Тут статуя Ленина! А гимн играет кого? Гопника. Я, пожалуй, подальше отойду. Разумно срака. Разумно срака, что такая маленькая?
Господи, что там происходит? Просто ад. Стрим лагает? Да ладно. У меня не лагает ничего. Го в другое. Я хочу, короче, в... Хочу, короче, на горочке. Прикольная комната есть с парком. Где парк? А где парк? Я вчера находила. Там был, короче, парк. О, вот тут я не была. Можно пойти сюда. Короче, там парк с аттракционами был. Вот это вообще круто было бы в VR посмотреть. VR-чат есть на мобилке? Не знаю. Мне кажется, нет. Блин, круто бы было, короче, VR-очки иметь, вот эти вот штуки, контроллеры, и там, короче, все мои действия вроде как будут передаваться, то есть я могу, там, типа, делать это в реале, это будет передаваться в игру, правильно? Блин, это было бы круто. Ребят, плиз, посоветуйте мне, какой VR купить. Напишите мне в личку, я буду читать обязательно. Потому что я даже не знала, у кого спросить. Спасибо огромное, психолог. Спасибо. Да, сейчас все будут писать, что это я. Но я кое-что придумал. Написал в Telegram привет в 20.32 и отправил стикер в 20.36 по МСК на аватарке дерева. Так что все четко. Спасибо тебе огромное. Хорошо, спасибо тебе огромнейшее. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас меня пока грузят. Спасибо большое, я увидела твое сообщение. Да, спасибо большое. Я тебя после стрима добавлю тогда в WhatsApp. Спасибо большое. Я тебе отписала. Спасибо огромное. Хотите, короче, посмотреть, кто мне в Одноклассниках пишет? О-о, давайте, короче, комменты на Одноклассниках пока почитаем, пока он меня грузит в VR. Ой, меня закрывает. Давайте тогда сюда. Как тебя же гидропир только в ухо иметь и можно, иначе ты же стрёмное чучело. Это Валентине ответили, то есть тут уже срачи идут. Трахни в ухо сеся. Валентина, кто, что это за Валентина? Давайте посмотрим. А без фотографий, понятно. Так, это я уже читала. О, Валентина меня тут наспамила. Валентина. Что? Она отвечает Олегу? Вот это все. Тупая баба с тупым стримом. Тупо, вообще тупо сделали. Тупо непонятно. Что это делает у меня в ленте? Непонятно и тупо. Спасибо большое, Брзек. Спасибо. Тупо баба, тупая. Тян, бля. Ясно, ты вафлистка. Что? Смотрите, кто это пишет. Сява Пушкин пишет, что я вафлистка. Вот он Сява, пишет мне на стриме то, что я вафлистка. Сява-то разбирается в вафлистках. Вот, город его отлично, отличный вид. Хороший. Это, видимо, фоточки с работы его, с завода. Тоже хорошо. Деревня родная. А вот Сява за компуктером, вот он так сидит, короче, стримы смотрит. Стримы всяких вафлисток. И пишет им, что не вафлистки. Мое лицо, когда смотрю стрим вафлистки.
Ой, красивый видок. Это что, в Крыму? О, отдых в Крыму. Отлично, это что, на 9 мая, наверное. С танком. С танком. Вау, вот это что-то. Это его дворец, наверное. Он там живет. Это на ладошке, типа на ладошке. На ладошке. Отлично. Супер. Он первый раз написал, но типа не на той раскладке, видимо. Вафлистка. Карину ВК не любят. Это почему? Почему? Тупая овца. Тупая овца пишет чел какой-то. А у меня есть свои фотки? Ясно. О, отлично. Вот это супер. Сталин в обработке. Отлично. Что-то у меня VR загрузился-то? Не загрузился. А чё не грузит? Алло, опять. А, там обнова вышла, сейчас перезагружу. Так, что такое? Почему у меня две музыки сразу играют? Или это из VR-чата? Да, это, видимо, из VR-чата. Или не знаю откуда. Так, все, грузит? Грузит VR? Обновилась? В очереди. Все, обновляю VR. Да, перезагружаю, все, обновилось. Запускаю. Блин, хочу выручки. Хочу выручки, эти штуки, чтобы, короче, делать, и это, чтобы все передавалось в игру. Ты только сегодня в VR играть будешь? Нет, я надеюсь, что я куплю себе выручки и буду стримить всякие игры на VR. Там же много всяких игр на VR уже есть, да? Мне кажется, прикольно. А еще бы, короче, себе зеленый фон сделать, типа хромакей. И чтобы я была на фоне хромакея. Ой, злодей, спасибо. Привет, Кариша. Шерешалов, спасибо тебе за стрим, большое. За твое внимание. Поправляйся. Спасибо огромное, злодей. Спасибо тебе большое. Да, я поправляюсь. Спасибо большое, злодей. Даже не знаю, чем тебя накормить. Так, что у меня? Может, что-то поесть есть? Сейчас посмотрю. Давай сбор на VR. Да зачем? Чем бы тебя покормить? Сейчас посмотрю. Так, вроде зашло, но у меня пока грузит. Спасибо большое, злодей. HTC Vive лучший VR, я слышал. Блин, так что мне делать теперь? Говоришь, отпустить. Все старички на месте, ведь писик, валидолки, словики, они же тебя не отпускают. С чего ты взяла, что я могу взять и отпустить тебя спустя 2 года, легко сказать. Разбаночь нужен их. Давайте бананом покормлю. У меня только банан есть в холодильнике. Ну я не знаю, разбанивать тебя, не разбанивать, потому что я тебя сколько раз разбанивала, все равно одно и то же. Бананчик за злодеюшку. Ня. У меня перекус. О, мама. Где фокус, алло? На банан весь фокус. Зачем мыла банан? Я мою бананы и
Я мою и бананы, и мандарины, перед тем, как есть. А что, это странно? Ой, еще эти штуки я не люблю. Ша, я выкину. А что у меня звук выключился? Спасибо, банан! Какой звук грелся? Я слышала? Не. Хай, Карина, хай! Не. Все, я объелась. Все, спасибо, я разгрузилась. Привет, Кариша. Привет. Ты такая милая. Люблю тебя. Покажи пупочек. Смотри. Пупочек. У меня тут ранка какая-то болит. Ой, ударилась. Hello from Germany. Hi, Germany. Так, в какой комнате? Где все люди? Где все люди? Вау, Форест, я там еще не была. Прикольно. Го заценим. Надеюсь, я не буду долго это грузиться. Как красиво! Что это такое? Куда? Лес. Спасибо! Спасибо, психолог. Кайф есть? Приятного. Когда конец стрима? Да скоро уже, думаю. Скоро уже. Сейчас я музыку выключу. Да я думаю, уже скоро буду закругляться. Спасибо еще раз огромное тебе. Спасибо. Спасибо большое. What's up, man? Hi, how you doing? Hi, man. Oh my gosh, you're dying. Can I sit on your face? Oh, no. Oh, kawaii, kawaii, cool, kawaii. Карина, как тебе зайти? Я спряталась. Заходи ко мне. Я спряталась. Что это за... Что это? Норм. Вы все! А дальше? Давай, чан! Ня-ня! Давай! Ну, чего тебя пидорасят? Стесняша! И в доту играть! О, чё? Чё я так пидорасит? Мор-мор-мор-мор! Я сейчас тоже танцевать буду. Я ламповая ся. А чё тебя так пидорасит? Прикольно. Приветик. У нас тут ламповые посиделочки. Ты что за гопник? Гопник. Я тоже хочу с ним гопником.
можете музыку вставить? Потею. Типа на колонках? Потею. Не такая как. Все. Нормально, нормально. У нас тут лампы посиделочки, ня. Ня, кун. Дайте бутылку. Да, где бутылка? Дайте бутылку. Надо на бутылку срочно сесть парню. Парню надо на бутылку. Вот три полоски. Давай, давай я тебе бутылку дам. Подрубай три полоски. На, на, садись, на. На, на бутылку. На. Куда ходишь? Куда? Куда пошел? Алло. На. Куда? Стой на месте. Опа, а где такой аватар на дыбле? Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. На бутылку быстро. Я не знаю, в чем проблема. Комменты только что. Тыц-тыц-тыц. А что такое? Я пойду еще лес посмотрю. Привет. Хорошо, распишусь из стрима. О, это что? Это большая. Как ее? Спасибо, спасибо огромное. Отправишь тогда, как закончишь. Хорошо, спасибо огромное, спасибо. Не банят на Твиче за оскорбление зрителя. Нет такого правила. Призыв к репортам, это был Royal юмор такой специфичный у меня. Спасибо огромное, психолог. А как невину загладить, не знаю, что делать. Денег я много. Ну, достаточно было бы, я не, в смысле донатить денег, при чем? Ну, ладно, не хочу стрим скатывать в обсуждение себя. Ты просто, достаточно было бы нормального поведения, хотя бы просто. Кто там тебя, что за бред, донатить деньги, что вообще? Просто достаточно себя было вести по-человечески, нормально относиться, и к тебе бы нормально относились. О, это трейсер, да, это трейсер. Сап, двач! Мор-мор-мор-мор. Я ламповая тян. I'm the princess, I know the way. Follow me. Ой, я хочу в тот домик, я хочу в тот... Ой, какая они... Ууу! Обожаю твои стримы. Спасибо, спасибо большое. А ты в реале так дергаешься? А можешь еще подергаться? Да нет. А можешь еще подергаться? Аватар такой. Прикольно, я бы в реале так дергалась, если бы у меня VR-шлем был. И это все передавалось бы, типа, реально. Меня просто бомбит, блядь, меня просто бомбит. Меня просто бомбит. Меня аж трясёт. Малица, когда меня бомбит. Аж трясёт, да. Меня так же трясёт. Я ебал твою тёлку. Что же это, теперь только понял. О, прикольно. А что там в домике? Что там в домике? Ух ты, у меня домик. Ух ты, что это? Ой, у меня теперь такой же скин. А, какой у меня такой скин теперь? О, прикольно. Спасибо, ГГ in DR. Спасибо большое за саб. Спасибо большое. Спасибо за саб. Блин, прикольно. Спасибо большое, ладно, сейчас я сделаю сигну. Так. И уже буду закругляться со стримом. Бай!
Bye, guys. Карин ин в калгаури твои, тот выкинул глиянь в твоей группе. Короче, сейчас сделаю сигнал и буду уже закругляться, да. Кому я там еще хотела сигнал? Я вроде всем взяла. Это последний. Кто там че орет? Так, сейчас посмотрю по сабам. Яроня, запад. Джулия, все, увижу. Окей. Спасибо большое. Nie jest ci znane, chociaż było pisane i pisane też jest tam. Także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już sam. Spotkasz ludzi, których tak bardzo kochałeś, choć lata nie widziałeś, nadal kochać się przestałeś. Yo. Teraz leżysz na plecach, oglądasz na błękitne niebo serce. KG in DRRRR. I Julia. Julia. 199. Сейчас. Джулия. Джулия. 199-5-4-3-2. Спасибо большое. Фокус, алло. Ну что такое? Так. Ну что, ладно. Давайте до следующего стрима, ребят. Так, я думаю... Он будет на неделе, может даже в понедельник. Короче, у меня расписание уже составлено для итальянских стримов. Если кто хочет встретить итальянский стрим, заходите. Но там нельзя писать на русском. За русский язык я буду банить. Это стрим только для итальянцев. Но если хотите смотреть его, пожалуйста, но говорите на итальянском. Потому что я там же говорю только на итальянском. Я специально сделала канал для итальянцев, и поэтому я там стримлю для итальянском. Но я также буду делать стримы и на русском. На русском языке я тоже не бросаю стримить. Не подумайте об этом. Вот, короче, да. Анонсы все у меня будут на страничке. Всем пока-пока. Хорошего вечера, ребят. Всем спасибо, кто сегодня сидел со мной на стримчике. Пока-пока. Спокойной ночи. Спасибо за стримбук.